Травм надолго запомнит, еще раз конкретно. Так за первыми доказательства целое Магомед. Вот так громко поздравляют в Панчере соклубников с победой на чемпионате мира по смешанным единоборствам. Наши спортсмены показали зрелищные бои и приехали из Краснодара с большим комплектом наград. Предводитель спортклуба отметил каждого и вручил им заслуженные трофеи. Абабукар Бузуртанов – один из самых юных воспитанников клуба. Ему 8, а тренируется всего год. Это его первая награда. До этого в соревнованиях он не участвовал. Первый чемпионат и сразу же победа. На чемпионат мира про Fight Mix съехались 320 участников. Юниоры, юноши и взрослые сражались в 20 весовых категориях. Лучшие спортсмены со всего мира. На мировом уровне Ингушетию представил клуб «Панчер». В очередной раз подтвердить статус золотой команды. 13 медалей высшей пробы, 5 серебряных и 3 бронзы. Из 22 представителей республики 19 человек заняли призовые места. Адам Гулиев в рамках турнира провел 2 боя. Первый завершил досрочно. В финале победил по решениям судей. Первый бой – Алатар. Джосеп Янекор играл. Суату Хажирс, так отходите, да. Буквально ходу антисептик, улучшение да, сейчас, я хочу бар, улучшение да. Второй бой, а латерсу. На сразу атирас, так добивание, тяг целый тач да, хочет атирас, так добивание, хочешь камбейхер асис бой. Похвастаться отличным результатом может и Алим Мережков. Это не первая его победа. В свои 15 лет спортсмен уже кандидат в мастера спорта, а в копилке достижений серебряная медаль чемпионата Европы. По словам бойца, турнир в Краснодаре выдался не самым легким. Но это не помешало Алиму уверенно взять золото. Функционал потенциируется и стойко потенциируется. Борьба нормальная, хитрость более. С начала этого года «Панчер» пополнил свою копилку 48 медалями, 40 из которых золотые. Такой успех, как делятся сами спортсмены, заслуга тренера, который не разделяет подопечных на сильных и слабых, возлагает надежды на каждого. В «Панчере» тренируются 80 спортсменов, и большинство из них неоднократные золотые призеры всероссийских и европейских турниров. Золотая команда под его руководством не дает своим оппонентам и шанса на победу. Начало у нас очень хорошее было, если честно сказать, потому что мы участвовали на чемпионат России по профессиональному боевому самбо. Там мы заняли все 9 человек, у меня стали золотыми, ну, золото заняли. И также мы выступили на чемпионате мира. Тоже все эти 9 человек выиграли. Это очень хороший, я думаю, наши результаты нашей республики. Тем более впервые такой результат. Это поехал только один клуб и такой результат. И был очень рад, и меня лично сам поблагодарил наш президент боевого самбо Артемий. Очередное золото и у Умара Ильджиркиева. 14-летний спортсмен 7 лет тренируется в «Панчере». В его личной копилке 48 медалей, 47 из которых золотые. В этом году параллельно с чемпионатом по смешанным единоборствам он выступал на чемпионате мира по боевому самбо, где также взял золото. На «Профайт Микс» он без перерыва проводил бои. Тренер выражается так: хавал своих соперников, не переодеваясь в красный и синий. Заслуга таких побед, как заверяет сам Умар, усердные тренировки. Тренировка больше ставлю акцент на партер, и также я не оставляю в стороне бокс. И бывает, что допускаю некоторые ошибки. Впереди спортсменов ждут очередные соревнования, и как делится тренер, новые триумфы. Ведь волю к победе у ребят не занимать. 13 марта «Панчер» со вторым составом планирует принять участие в открытом всероссийском турнире по смешанным единоборствам в Ростове. В турнире на участие заявлены около 300 спортсменов. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.